Ника, поиграй. Смотри, она тебя запутала. Ножки, 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 ножки. Ножки запутала, осторожно. Ника играет. Она вот так. Ника играет, играет. Запах. Да, с детками, скажи, играю. Ника с детками играет. Палочку не надо ей, не давай. Она с палочками. Нет, она не бегает за палочками. Это не та собака. Это другие собаки, они бегают. Ника умная, она как человек. Она за палками не бегает. Там солнце, там жарко. Ника, идет жарко. Жалко, жалко, жарко, жарко. Нике жарко. Ника, отпусти. Не балуйтесь, не балуйтесь. Я чешу ее. Да, да. Ей жарко. Почему она так смотрит? Нельзя, нельзя, Ника, нельзя. Вот не надо, не балуйтесь. Она сейчас гуляет, видите? Да ей жарко тоже. Пошли в тенечек, Ника. В тенечек. Она не может по жаре ходить. Ну тут, видишь, помойка стоит. Она не будет. Ксюш, она не будет, где помойка. Пойдем, Ник. Пошли, мне сейчас кое-что привезут. Мне уже звонил молодой человек. Сейчас он мне привезет кое-что. Да, надо получить. Комментарии у нас отключены. Ничего писать нельзя. Админы отключили комментарии. Скажи, да, комментарии отключили админы, да, Ника? Скажи, и мы не можем с вами общаться. Да, скажи, надо писать в администрацию. А нам некогда писать, чтобы их включили. Потеряла? Потеряла? Да. Давай, беги сюда. Нет, она хочет... О, какой у тебя красивый велосипед. Да? Мама купила? Нет. Он тоже едет на велосипеде. Это... Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед. Пойдем. Да. Ксюнчик, ну и что, ты завтра уедешь в деревню, да? Да. На сколько? На один день с мамой? Да. И потом приедешь? Да. Значит, мы без тебя будем один день. Да, да, Ксюш? Да. Давай, Ника, иди сюда, я тебя привяжу. А может, поснимаемся в кино? Ну, давай, вот, снимаемся. Я а же я вас... Чтобы я же вас снимаю. Она, видишь, прячется. Прячется. Я хочу Нику на раз посадить. Ей сейчас жарко. А ей тоже не жарко. А меня тут эти комары тоже кусают. Может, за другую... Здравствуйте. Нормально, Виталик. Я тебе Виталик. Представляешь, как вот тут раз. Я тут снимаю, видишь, деток. Репортаж у меня, прямой эфир. Все хорошо, ты домой бежишь? Да. Ну, молодец. Пусть Ника на лапу. Че? Ника на лапу. Сейчас, Ника. Сейчас на лавку. Я его Виталик называла. А его, наверное, не Виталик зовут. А может, туда Ники на лапу? О! Да. Вот, мы в кино снимаемся. Не окликнул тебя, не сказал тебе стой.
Танцуй. Он опять на пол. Брек. Высохла. Конечно, конечно, потому что на улице жарко. Ника, давай сюда на лавочку. Давай, залезай, иди сюда. Все, мне теперь все зависло. Он позвонил.